откуда у меня такие права и титулы, так же, как у вас, в таком тоне разговаривать. Скажите правду народу. Если народ узнает правду, вы окажетесь на скамье в военном трибунале. Все, кто не заявил о себе как о живом человеке, королю или в суде, объявлялись для государственной системы мертвыми. Кто себя называет гражданином Российской Федерации? Вы физические лица. Вам присвоен номерочек, уготовано рабство и гражданская смерть. Это все расход, обычные ветеринарные протоколы. И учитываться как трастовое живое имущество. Понимаете? Цену самоидентификации. Это не я, это вот документы. Велись учеты рабов. Они переходили в ранг подданства. Британский закон о субъектах пожизненного права. Ведение метрических книг – это церковные учеты, это реестры, двойной учет, наследники русского царства. В другом учете идут как рабы Господа. Это документ. Церковники это знают, но от вас скрывают. Рода возведены в епископский сан. Для кого он отец, для кого он хозяин? Они должны покинуть территорию Российской империи. Кто говорит, что это кровавый переворот, лжет. Суверен, человек, живой мужчина или женщина с полными правами в статусе суверенов и князей церкви. Это воинский титул. Воины ваши где? Мужики сидят, холодильники охраняют. Товар используйте не по назначению. Начали обстреливать. И на вот этой крови совершили ритуал. Папа Римский, римская курия. В общем, условия были такие. Если нет, тогда мы забираем всю планету. Дорогой товарищ папа, вы проиграли. Вот он я, пришел. Сообщили сэру Ричарду Гравит. Королева Елизавета удостоверила. За это завещание человек поплатился жизнью. Не было другого пути. Уши товарища майора подключились. Многие из которых были секретны. Проводится просвещение народа. Началось массовое прозрение. А кто у нас учредитель на планете Земля? Единственный русский народ. У нас были суверены. Они хранители первичного завета высшего Творца на всю планету. Свет отжимает тьму. Во всем мире советские проводят аудит. Не менее 48 600 тонн золота. Вместо аудита вы устраиваете войну. Форс-мажор. Или возвращайте территорию, или платите. 18 нулей с вас. С цветами встречали. Вы являетесь вольно отпущенными, самозанятыми. А вот они пришли за своим. Они были шокированы. Говорю вам я, простой советский человек. Как, будешь представляться, нет? Расскажешь о себе немного? Или что в мире вообще творится? Давай расскажем. Политинформация не помешает. Вообще-то это среда. Всем здравствуйте нашим, вашим подписчикам. Доброго дня, доброго здравия, доброго времени суток. Зовут меня Тимур Евгеньевич. Многим радиослушателям знаком по каналу «Говорит Сталинград». Вели такой канал, разъясняли людям, показывали, демонстрировали документы. Основные документы наши расположены в таких ресурсах, как канал просвещения, в котором размещены алгоритмы выхода из системы, правовые аспекты. Вот. Все эти алгоритмы были нами разработаны, нами опробованы на себе. То есть это не какие-то догадки, это выводы, сделанные на основании консультаций с сведущими людьми, с международными юристами, с нашими внутренними родителями за благое дело восстановления нашей Родины. Поэтому правовая основа у нас более чем предостаточна. Вот, компетентная, авторитетная. Вот, есть такой блог Татьяны Волковой, где мы публикуем официальную информацию. Это является единственным официальным источником, поэтому лишние вопросы по поводу, а вот этот вот блогер или вот этот блогер относится к вам как-то. Да, информацию получают блогеры из многих источников, включая и наш. Но как они дают оценку и уполномочены ли они на это,
Это уже второй вопрос. Поэтому, если какие-то вопросы возникают по нашей линии, мы отвечаем на все. А ты назвал, подожди, ты назвал женщину, это где у нее блог? В какой соцсети? Забиваешь в Google просто. Блог Татьяны Волковой. Угу. Там правосудие.нет. Вот там публикуем официальную информацию. Ну, если в целом по ситуации в мире посмотреть, то хочу всех успокоить. Наших радиослушателей. Вот. В основном это женщины. Так как это народ высокоэмоциональный, это правильно, это хранительницы, это наши берегини, родов, семей. Они первые проснулись. Поэтому хочу успокоить, что, ребята, все хорошо. Ничего у них не получается. Что бы они ни творили, у них получается во всем навоз. А на этом навозе мы для нашего русского, советского народа выращиваем очень хорошие результаты. Поэтому, может быть, много кое-чего неизвестно на сегодняшний день, потому что любая деятельность любой организации имеет определенные секреты. Вот. Так же, как и в любой организации есть определенные специалисты, которые имеют определенные доступы к информации. Вот, определенные полномочия для того, чтобы подать эту информацию. Поэтому со своей, как говорится, колокольни, со своих ресурсов я могу сказать, что, ребята, все идет своим чередом, так, как прописано нашими предками, ни вправо, ни влево, а именно так, как нужно. За нами свет, за нами наши боги, за нами наши, это вот очень важно. За нами наши рода, славянские рода. Вы прекрасно понимаете, что это высокая духовность, это мудрость мира, мудрость космоса, мудрость богов. Поэтому против этой силы, тьме, со всеми ее составляющими, материальными, нематериальными, бездуховными, им с нами не тягаться. Будьте уверены, победу мы одержали в 2006 году. Сейчас до 26 года, вот за эти 20 лет, мы ее просто закрепляем. Все. Поэтому очень важно до 26 года провести юридически значимые действия. Один товарищ тут на одном экономическом форуме в городе Ленинград, он как-то заикнулся, что вы же поймите, если они самоидентифицируются, то ими будет очень трудно управлять. Вот мы сейчас перейдем к терминам, будем их читать, как говорится, по-русски, а не так, как нам дает Википедия там, в своем искривленном понимании. Вот. А именно прочитаем по-русски каждый этот термин. Так вот, самоидентификация – это то, кем я себя считаю. Вопрос, кем я себя считаю, но не как я себя считаю. То есть, кто я? Человек, физлицо, не человек, не суверен, суверен. Что такое суверен? Вот самая страшная пугалка на сегодня. Вот нас всех загоняет траст. Что такое траст? Вот это мы все сейчас обсудим. Вот. Ну, в свете событий, вот, которые произойдут сейчас в Европе, встреча, так сказать, двух директоров магазинов, двух барахолок, по разграблению народов, что за океаном, что здесь. Ну, я скажу, что эта встреча уже давным-давно прописана советскими. Советские военные власти уже на этом навозе уже взрастили определенные бонусы для нашего народа, для советского народа, для русского народа. Поэтому все, что там будет происходить, к этому нужно относиться как к обычному цирку. Потому что балансы, которые они пытаются сейчас друг другу втюхать, сучить и как-то уйти от аудита, они давным-давно уже просчитаны. Вот. Эти балансы им деть некуда, потому что средства и финансы были выделены грандиозные. Мы знаем, что на каждого советского человека, начиная с 91 года, выделяются колоссальные суммы. Это если брать, то
Я сейчас разговариваю только о золотых советских рублях. Только об этом. Курс вот этого мероприятия можно проверить на любом сайте Центробанка или мировых валют. Можно проверить по системе ICO, идентификация государства, идентификация кода, идентификация валют. Можно проверить по системе IBAN. Вот, конечно, они пытаются блокировать. Проверить документы можно в государственной информационной системе, кто имеет коды доступа. Но они сейчас тоже попытались там что-то такое придумать, удалить определенные документы, но схватили сразу, мгновенно. Потому что есть контролирующий орган, который за это отвечает. Еще раз повторюсь, ничего у них не получается. Если мы будем говорить о баранокризисе, который вот связан с каким-то медицинским вмешательством, то здесь тоже скажу, полнейшая неудача. Потому что народ в основном грамотный, все идет из отношения человека. Опять же, кем себя человек позиционирует вот к этому всему мероприятию. Если он себя считает низшим существом, он бежит. Бежит от страха, бежит за страхом, бежит за какими-то гарантиями, но, соответственно, их не получает. А если человек высокодуховный, то он это принимает как действительно, как к этому нужно действительно относиться. Это обычные ветеринарные протоколы. Если залезть в документы, глубоко покопаться, это никакого отношения к человеку, к существу не имеет. Это все про скот, поэтому относится как к скоту. Так что вот вкратце по этому вопросу. Теперь, что касается цифровизации. Конечно, у нас всегда было так, что относились с первой точки зрения, это что все плохо. Но не буду сейчас вдаваться в подробности. Нужно гораздо шире смотреть на это мероприятие, чем то, что придумал, например, Сбер в отношении этого мероприятия. На самом деле задумка была шикарная. То есть, если так посмотреть, у нас нету такой громадной армии для борьбы со всем этим злом. Как их всех заставить прийти в одно место, заставить, чтобы они сдали всю свою информацию, чтобы их потом можно было просто одной кнопкой выключить. Не было другого пути. Но во что превратили вот эти вот ребята, вот это мероприятие, это уже другой вопрос. И как они использовали это в качестве наживы, это третий вопрос. Как они использовали это в качестве какого-то там инструмента для манипуляций и предмет для торговли, это нужно еще будет разбираться. Поэтому по мере возможности изучайте документы, слушайте, анализируйте, мыслите, мечтайте, и все получится. Вот как-то так вот, в среднем. Так, расскажи, пожалуйста, подробнее. Слышно меня? Конечно. Что-то эхо идет. У тебя, наверное, колонки рядом, да? Нет, уши товарища майора подключились. А, ну привет тогда. Привет. Скоро мы и по этому ролику запишем, дадим аналитическую оценку вот этому мероприятию, расскажем, кто такие ребята, которые против нас действуют. Поэтому. А, смотри, поясни, пожалуйста, что произошло в 2006 году, что за победа была одержана? Ну, я вам расскажу немножко из истории. В основном мы можем апеллировать только к официальным мировым документам и к историческим фактам. Тот, кто не знает своей истории, он глубоко страдает. Потому что, как говорил покойный Расул Гамзатов, если ты в прошлое выстрелишь из пистолета, то будущее выстрелит из тебя из пушки. Это вот касается именно этого. Что произошло в 2006-м? В общем, в конце 70-х Папа Римский, Римская Курия, это вот событие расписано в пояснениях по Молдове. Это нужно в 19-м году посмотреть в архиве на канале Правосудия.нет, блог Татьяны Волковой, посмотреть разъяснения по Молдове.
Ты говоришь про ультиматум 77-го года, да? Совершенно верно. Ультиматум Римской курии. В общем, Римская курия выставила советским военным властям ультиматум, что в течение 30 лет на территории Советского Союза не останется ни одного, кто скажет, что он советский, выступит публично, тем более морской офицер. Вот, вот такой спор. Они решили тысячелетний траст, тысячелетний спор между добром и злом, между божественным проектом, который вела русская нация, и богоборческим проектом, который вела изуитская или впоследствии британская титульная нация. Вот, они решили его пораньше закончить. Денег нету расплачиваться с русским царством. Вот они пошли на хитрость. В общем, условия были такие, что через 30 лет, если кто-то объявится, то наместник сатаны на земле, такой же, как все остальные товарищи с этого направления, он уходит с планеты и забирает всех своих. Если нет, тогда мы забираем всю планету. И титульной нации русских, как нации победителей за всю эту тысячелетнюю историю, не будет существовать больше никогда. Ну, советские военные власти пошли на это. Вот, они все прекрасно знали, понимали, оценили риски. Потому что советские военные власти, это в 29-м году был создан Сталиным особый такой, можно сказать, жреческий круг или военно-политический, или, ну, там, в общем, много составляющих в этом, в этой организации, была создана вот эта вот система для сохранения прав, титулов, ведения всей вот этой документации, трастовых документов. То есть, одним словом, хранители земли русской. Они были продолжателями, они не возникли ниоткуда, с космоса не прилетели. Это идет преемственность традиций издревле от тайной канцелярии Ивана Грозного, что мы имеем на сегодняшний день вот на слуху, и включая предыдущих волхвов, старцев, хранителей, вот все идет оттуда, преемственность. Ну, в общем, советские военные власти приняли этот ультиматум, просчитали риски. Ну и что произошло в 2006-м? Происходит, вы знаете, что каждое воскресенье месса в Риме, папа после мессы спускается к прихожанам, одаряет благословением, ну и подходит, видит, стоит морской офицер в форме. И он начал представляться. Дорогой товарищ папа, я советский офицер военно-морских сил СССР. Ну, охрана бросилась, подумали, что это террорист. Ну, потом папа приказал отпустить его. Ну, офицер сказал, что вы проиграли. Вот он я, пришел. Ну, и, соответственно, папа римский позвонил Ее Величеству королеве Елизавете. Королева Елизавета удостоверила этот факт. И, соответственно, сообщили наместнику сатаны на земле, сэру Ричарду Гравит. После чего он собрал определенный круг лиц, раздал распоряжение, написал завещание. За это завещание человек поплатился жизнью. Поэтому то, что мы имеем, это не сказки. Это серьезная информация нашей внешней разведки. Эта девчоночка расплатилась своей жизнью. Потому что это непростая информация. Действительно, это завещание существует. На основании вот этого завещания происходят определенные трастовые действия, и высшие силы мира сего сатанинского круга, они понимают, что это такое. И поэтому этому следует. Ну вот вчера тоже с одной женщиной общался из вашего канала «Сургутнадзор». И мы пришли к такому знаменателю хорошему. Ведь в завещании сказано, Ричард Гравит потребовал, уходя с планеты Земля, он потребовал всех своих слуг следовать за ним. Это что означает?
Если вот смотреть по духовным, мистическим практикам, которые нельзя сбрасывать со счетов, это выглядит следующим образом. Если они совершают убийство, самоубийство, то на божественном плане это грех. Так как грех, они попадают не к Богу, то есть к Создателю, они попадают к своему Богу. Они совершают грех. И уже приобретя в тысячекратном объеме грандиозные сатанинские силы, возвращаются на землю уже в реинкарнации уже другого сверхминусового плана. И вот если соберется вот эта когорта, они действительно тут снесут. Но ввиду того, что они управляемые и тупые, они даже этого не смогли сделать. То есть последовать примеру своего хозяина. Не совершили самоубийство. И поэтому их сейчас просто выжимают из этой планеты, из плана, из всех структур. Свет выдавливает. Наша задача только в этом помочь. Поэтому самая грандиозная победа советских военных властей и русского народа была одержана в 2006 году. Сейчас по трастовым соглашениям до 26 года мы ее только закрепляем. То есть проводится аудит, проводится просвещение народа, поднимается по мере возможности духовность. Народу показывают истинные источники, которые, многие из которых были секретны, многие из которых не были публичны. Вот как у нас говорят, а где вы раньше были, где вы вот этот? Мы были всегда, просто содержали советский народ в тепличных условиях и оставляли его наедине с самим собой или с Богом. Но ввиду того, что народ, он вот, обладает вот такой спецификой, что принеси, подай, открой рот и мне туда положи. Вот. И вот в основной своей массе не начали думать о высокой духовности, не начали думать о каком-то развитии. У нас была самая читающая нация. Где она сейчас? У нас сейчас самая смартфонизированная, наверное. Начиная от мелкого киндера в 3 года уже тянется. И кончая до самим, как говорится, седым старцем. Читать не хотят, думать не хотят. Соответственно, нет духовности. Поставлены в рамки. Конечно, народ хаять нельзя, потому что мы сами жили в эти 30 лет. Мы сами это проходили, растили детей, и учились, и еле концы с концами сводили. Это все так. Но именно вот в 17 году, в 18 году началось массовое прозрение. Вот что-то случилось вот в эти годы, когда закрылась управляющая компания Российской Федерации. Так что вот самая главная победа – это 2006. А что сейчас происходит? Ну, сейчас во всем мире советские проводят аудит. Вот давай посмотрим, что такое траст. Траст, вот, которым все пугают. Вот сейчас нас на 3000 лет загонят куда-то. Ребята, ну, смотря кем вы себя позиционируете. Если вы себя позиционируете как скот, значит, вас загонят. Если вы себя позиционируете как человек, значит, вы будете наблюдать. А если вы себя позиционируете как суверен с полными правами, значит, вы будете выбирать. Потому что траст – это доверительная, в общем праве система отношений, при которой имущество, первоначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного собственника, управляющего или попечителя. Но доходы с него получают выгодоприобретатели и бенефициары. Так вот, учредитель создает траст. А кто у нас учредитель на планете Земля? Единственный, заряжающий всех финансами, золотом, территориями, благами. Это у нас русский народ. Для того, чтобы это мероприятие провести, нам нужно собраться суверенный народ. Чтобы у нас были суверены. Чтобы у нас была гражданская ответственность, чтобы люди себя чувствовали хозяевами на земле. Вот опять же, одна женщина говорит, ой, только наше русское родовое право, вот русское родовое право, мы общины, вот мы все. Да, ребята, вы сконсолидировались, вы провели работу, вы как-то вместе там общаетесь, что-то пытаетесь бороться против вот этих всех систем. Это отлично, это здорово, это ваша пассионарность, это ваша родовая память, но хочу сказать, нету никакого русского родового права. Эту систему нам ввели
биты для того, чтобы заморочить голову. Это что получается? Из этого множественного сонна родов, это получается что у нас? Такое же количество законов, что ли? Ребят, у нас что, с головой не дружба, что ли? У нас может быть русское право, потому что представители родов собирались в каком-то месте и что-то решали. Но родового права у нас никогда не было. Это языческая заморочка, понимаете? И по родовому праву, и по терминам, что они там придумывают, никогда мы не пойдем. Никогда. Нету такого в природе. Тем более русское право, оно обособленное право. Оно стоит отдельно от всех морского, международного, римского. Вот. Оно было создано еще, вот если вот цитировать источник, который нам предоставил канал Просвещение, вот, ребята выпустят ролик в скором времени в порядке учебы. Эта учеба основана на материале, который раньше давали в высших подшколах при ЦК КПСС. Поэтому, кому интересно, можете приобщаться к этой информации. Опять же, без доверия, без открытого рта, а сами думайте, проверяйте. Русское право возникло гораздо раньше, чем возникло аврамический культ. Чем возник аврамический культ. Оно всегда превалировало над всем, в том числе и над церковными принципами. Но за последние 400-500 лет произошел своеобразный перекос, потому что центр применения русского права, то есть русского царства, не стало в административном формате, то есть они отжимают. В 1922 году появился Советский Союз, который начал возрождать, применять эти права, исходя из того, что ну, из такого базиса, там, который остался от наших великих предков. Вот. Но опять же, там два направления. Нельзя говорить, что вот советы проклятые там туда-сюда, вот они за 70 лет. Нет, это мы тоже сейчас рассмотрим. Ну, насколько Советский Союз мог распространить свое влияние, настолько и распространилось русское право на нашей территории. Но в самом формате глобального божественного траста конечным держателем выгоды, вот как мы из термина услышали, из расшифровки, что такое траст, держателем выгоды и конечным бенефициаром указан именно Союз Советских Социалистических Республик и его достойные граждане. Достойные граждане. Это те ребята, которые остались верные присяге, которые помнят заветы предков. Сынок, выходишь за околицу, помни, откуда ты родом. Не опозорься. Вот так меня учил отец. Поэтому в соответствии с этими постулатами предполагается, что право, то есть правоприменение русского, советского права, станет доминирующим, то есть превалирующим над всеми другими положениями и юрисдикциями. Это все к этому идет. При этом те же ордена, которые надзирающие за всем вот этим мероприятием, то есть третейские судьи, которые смотрят за соблюдением определенных правил, то есть они следят за соблюдением, включая морально-этическую, мистическую и практическую составляющую. Понимаете? Морально-этическую, мистическую. Это все существует. Это не бабушкины сказки. Это реальные энергии, реальные люди, сверхчеловеки. Они хранители первичного завета высшего Творца, который указал, что нужно построить на Земле общество, которое постоянно эволюционирует в духовно-энергетическом плане. Для того, чтобы люди рождались более просвещенными и духовно развитыми. Понимаете? То есть это светлые силы наблюдают за этим. Поэтому мы в данный момент идем к тому, чтобы русское право было возрождено в полном объеме. Чтобы мы по итогам траста, то есть вот этого доверительного, нами доверенного кому-то управления, мы получили возможность распространить действие русского права на всю планету. Понимаете, какие планы? Исключив всякие разные римские постулаты и прочие из общего потребимого аспекта. Поэтому вот за что идет. Не борьба, не война, идет противостояние. Духовность отжимает антидуховность. Свет отжимает тьму. Хотя свет без тени не существует и наоборот. Идет
с их стороны по отношению к нам идет глобальная информационная война, а с нашей стороны идет духовное противостояние. Поэтому сейчас акцентировать внимание на углублении какого-то там римского, морского, торгового, прочих прав нет смысла. Сейчас вот именно, чтобы понять особенности, нужно как-то детально посмотреть, что ли, что такое окопное право, что такое церковное право. Поэтому предлагаю вот этим и заняться в процессе нашего диалога. По порядку разберем. Там еще в самом начале звучали определенные фразы. Смотри, по поводу идентификации. Ты имеешь в виду, это тот, который директор этого Сбербанка, да? Ага. Вот. Мы тоже, нам тоже, вот, ну, всему моему окружению, с кем я общаюсь, не нравится это слово идентификация. Мы используем слово самоопределение. Ну, здесь, если опять же брать по-русски, то самоопределение – это немножко не то. Идентичность – это вот я и то, кем я себя считаю. А самоопределение – это то, где мне находиться. Это немножко разные вещи. Ну, мы иначе считаем. Самоопределение, то есть по принципу самоопределения, сам определяю, кто я. Ну, есть такое выражение. Определите его в палату или определите его на довольствие. То есть определение – это, опять же, чье-то действие, навязанное извне, нам. Так тут в том-то и дело, что да. Добавляется слово «сам». То есть сам себе хозяин, сам определяешь все. Где тебе жить, как жить, что делать. Сам устоятель. Ну, сам, Антон, если на то пошло, самоликвидация тоже сам. Что ты все в негатив переводишь? Я тебе альтернативу даю. Ну, я слышу, у тебя весы сразу включаются, уравновешиваешь. Молодец, да. Смотри, еще звучал 2026 год. Что там будет? Что нас ждет вообще в будущем? И что нужно делать? А вот к этому уже нужно подойти. Что такое 26-й год? Поэтому я предлагаю краткий экскурс. Да-да-да, кратко. Что это за год и чем он знаменателен? Ну, вот начнем. Вот самый такой вот яркий период – это правление Ивана Грозного. Мы не берем распри князей, там вот это вот междоусобицы, почему-то начиная именно с 9-10 века. До этого мы на деревьях сидели. Как сказал один товарищ, в черной рясе с белым колпаком. Возьмем с Ивана Грозного, когда уже более-менее все сформировалось, устаканилось вот, в мире. Он заявил о своих правах, определенные товарищи добавили ему титулов. Вот, путем сложения себя полномочий, путем предоставления в управление своей территории. Вот, это эпоха именно правления Ивана Грозного. Вот, мы берем отсчет именно вот с этого промежутка. Сам Божественный траст начался в 1302 году. И условием, одним из главных условий вот этого траста, который из коварно подсунули русскому народу, зная его мужественность, его силу, его нерушимость, непобедимость при любых обстоятельствах, они подсунули вот такой вот немаловажный аспект. Он заключается в следующем. Если в течение тысячи лет с территории Руси не начнется война, то есть Русь не на кого, понимаете, они боялись этого, что мы на кого-то попрем. То есть они боялись, что их сокрушат, поэтому они подстраховались. Вот. То вы проиграете, понимаешь? То есть 1302 год уже коленки сгибались и дрожали. Если с вашей территории начнется война, вы полезете там на чью-то территорию, значит, все, божественный траст прекратился. Так вот, я вам скажу, дорогие наши радиослушатели, вы прекрасно знаете историю нашей Родины, историю нашего царства русского. Ни один раз
за вот эти вот 700 лет с территории Руси война не начиналась. Так мы их заканчивали на наших территориях. Потому что наши территории – это весь мир. Так что происходит? Они это поняли, мероприятие. Они увидели, что не срабатывает. Ввиду того, что мы решали все копом, согласно копного права, не родового русского права, а копного права. То есть, что такое копное право? Это совокупность народных юридических норм, обычаев, мирское самоуправление, своего рода форма прямой демократии. Прямой. Сама копа. Это что такое? Скоп народа, круг, сходка, собрание для решения вопросов, связанных с жизнью общины. Что такое копное право? Оно является формой общинного права и основывалось на правиле единогласия, то есть прихода к единому мнению всех собравшихся. Но определенные условия есть для этого. Не женщины, не сосунки с бородой в виде коленки, а именно правом прийти на копу пользовались лишь домохозяева, по-другому еще трубное право. Вот в народе называлось, от каждой трубы по хозяину. Трубы, это значит, он хату построил, печку построил, есть чем топить, есть что в ней варить, есть кого согревать, есть кого укрывать. То есть он уже ответственный за тех, кого он согревает и укрывает. Женатые мужчины, не молодняк, который сидит там, блогер, тиктокер. Все говорят, вот в нашем движении нету молодежи. Ребята, согласно копного права, они не могут у нас быть, пока они не женаты, пока у них нету трубы. Поэтому женатые мужчины, имевшие кроме собственности и постоянную оседлость, это были старейшины, главы родов. Вот как. Поэтому смысл весь в этом. Вот нужно говорить именно о копном праве. Но опять же вернемся к Ивану Васильевичу. Иван Васильевич Грозный, великий князь, всея Руси, сын неба, он вел учеты как государь, царь, великий князь всея Руси. Он вел учеты населения, рожденного на этой территории, как потомков, отроков божьих, свободных, сынов неба, мужчин и женщин, как соработников государя, царя и великого князя всея Руси. Ивана Васильевича Грозного. Это вот одни учеты. Наши, грубо говоря. Но существовали еще и другие учеты. Языческие учеты. В которых по римскому праву и закону велись учеты рабов на их территории. Но после того, как товарищи рабы начали проникать на нашу территорию. Начали здесь обустраиваться. Пытаться добиться каких-то привилегий или полномочий, они переходили в ранг подданства. Принимали подданство или не принимали. Наряду с тем, что на этой территории существовали еще и верно подданные. Вот что такое подданство? Давайте опять же, Вики, запрос. Подданство – это политика правовая, односторонняя связь физического лица и монарха. Понимаете? То есть, вот эта чехарда у них идет многие тысячи лет. Они как были физическими лицами. И взаимоотношения у них как были с монархом, так и остались. Вот. Опять же, Вики нам дает вот такую информацию по поводу верно подданных. И здесь мы затронем вот такой вопрос, который касается казачества. Исторический факт. Так вот, что такое верно подданный? Или кто такой? Это присягнувший на верность монарху, соблюдающий верность данной присяге. Ключевое слово – присягнувший, соблюдающий верность присяге. А мы вспоминаем станцию «Дно» 4 марта определенного года, царя-батюшку Николая и казаков, которые товарищи обязаны были его охранять.
как верные присяги. Однако, вот сейчас вот, когда некоторые реестровые хлопцы начинают себя бить пяткой в грудь и говорить, что мы да уши пообрывают. Так вот я хочу сказать, ребята, царя-батюшку-то почему не оберегли? А? За буханку ведь хлеба продали китайцам. Китайцам продали царя-батюшку. Исторический факт. Хотите, можете проверить. Вот вам служба царю и отечеству. Начните с этого. Вот где была ваша главная первая измена. Вот к чему вы готовились. Поэтому, опять же, Иван Васильевич Грозный, его права, титулы являются как для этой планеты, так и в 9 планетах Солнечной системы, если брать полный его титул. Почему? О планетарном масштабе идет, о галактическом идет вопрос. Не просто же человек или великий князь себя так назвал. Значит, распространялось какое-то влияние. Значит, что-то происходило 600-700 лет назад. И опять же, по странному стечению обстоятельств. Марко Поло наблюдает определенные племена вот именно в тех временных районах. И тут же происходит опять титул. Вот над этим подумайте. Я вот сейчас вот под текстом говорю. Подумайте под текстом. Почитайте еще раз путешествие Марко Поло, его описание, когда, откуда он вышел, кого он встречал. Сейчас интернет пестрит информацией, ищите источники. Но опять же, вот учеты Ивана Васильевича, как потомков отроков божьих, как свободных сынов неба, мужчин и женщин, как соработников государя, царя, великого князя всей Руси. У них учеты римские, это международное право, будем так говорить. Вот, оно на чем основано? Оно основано на нескольких принципах. Это первое, закон 12 таблиц римского права, входящего для человека, удостоверение его гражданской смерти. Второе, это британский закон о субъектах пожизненного права. Это кестуя куявия, по которому ведение метрических книг было закреплено, вот закреплено не начало, а закреплено в 1666 году, когда королем Англии все, кто не заявил о себе как о живом человеке, королю или в суде, объявлялись для государственной системы мертвыми, и их имущество считалось брошенным. И передавалось постоянное или временное владение, управление трасту, корпорации, обществу. Поскольку только юридическое лицо обладает правом получения собственности персоны, как физического лица. Только бенефициар имеет безусловное право владения и распоряжения собственностью. А физическое лицо может только приобретать право собственности на недвижимость. Понимаете? Вот теперь примените вот эту фразу к себе. Ну, давайте об этом подумаем. Что у нас у любого в Росреестре по имуществу? У нас право собственности на недвижимость. Значит, кто вы? Вы физические лица. Открываете Егрюл, открываете другие источники и находите. Вам присвоен номерочек, который был осужден Нюрнбергским процессом, и все такое прочее. Но пошли дальше. Мы должны понимать, что русское право исходит к тому, что нам, как наследникам государя, царя, великого князя всей Руси, вручено безраздельное владение вся земля русская и поддержаны русские права, требования верноподданных на все доходы и аннуитеты по божественному трасту от 1302 года, завещательным трастом от 1455-го, 1481 году, имущественному трасту общества Иисуса от 1540-го, когда по факту объединения в Москве русско-византийского трона 1472-го, русско-британского 1555-го и русско-персидского в 1575 году. Вот, понимаете? То есть объединение тронов, это не означает, что попали под влияние. Это значит, они с милостью просили у нас сотрудничество. Понимаете?
Вот. А всем остальным народам мира, чьи права исходят постулатам международного права, уготовано рабство и гражданская смерть. Римское право, как таковое, оно перекочевало в правительство Германии, США, Англии, в связи с чем все люди начали, всем людям начали навязывать понятие терпимости и толерантности. Заходим в церковь, заходим в Европу. Что мы видим? Отвечайте себе на вопрос. Теперь вот, когда мы вот эти два понятия разделили, мы будем дальше двигаться для того, чтобы построить нить порабощения и освобождения русского народа. Главный аспект, с чего все это началось. После смерти Ивана Васильевича Грозного страной стал управлять Годунов. Это 1578 год. Помешанный на идее Москва, Третий Рим. Причем не в духовном смысле, а в смысле создания Всемирной Русской империи как правопреемницы Римской. То есть уже начал мозгами под Русь-ция Европа подгонять. На место митрополита Московского и всея Руси был поставлен послушный Годунову Иов, который вскоре безропотно принял рукоположение патриархии Московской и всея Руси от греческого лжепатриарха Иеремии. И вот таким образом в 1597 году, спустя 150 лет после впадения греков в ересь, объединились с греками, русские объединились с греками и отступили от православной веры. Это вот всем тем товарищам, которые сейчас бегают по храму. Слушайте внимательно, это документ. Это не говорит о том, что я не православный, или я левославный, или я еще какой-то ославный. Это документ. Вместе со всеми прочими ересями греков русские признали и антихристианскую масорецкую редакцию раввина Акибы, который до сих пор в так называемой «московской патриархии» в кавычках принимается за «священное писание» в кавычках. Понимаете? Церковники это знают, но от вас скрывают. К чести русского епископа надо сказать, что представители среди наших епископов, нашлось немного, предателей среди наших епископов, нашлось немного. Все предатели поставили свои подписи под сохранившейся грамотой рукоположения Иова, патриархии Московской. Оригинал, если кто-то особо ретивый, может проверить в Российской государственной библиотеке. Понимаете? Так что, пожалуйста, все в ваших руках. Как-то ты издалека заходишь в 2026 год. Да, издалека, потому что это очень, очень серьезные моменты. На них нужно обратить. Здесь почему я начал вот именно с религиозных? Это церковные учеты, это реестры. Вот я хочу сейчас показать, что существует два реестра, двойной учет. В одном идут как соработники Ивана Грозного, наследники русского царства. В другом учете идут как рабы Господа. Вот в чем дело. Все вот эти вот царствования после 612 года, после захвата трона, они были направлены на то, чтобы как-то поддерживать учет рабов Господа и всячески унижать, уничтожать, зачищать учеты соработников Ивана Грозного, наследников, потомков русских родов. Понимаешь? Поэтому учеты и реестры велись и ведутся сейчас именно по двум направлениям. Почему 26-й год? Сейчас еще такой вот момент. Ты имеешь в виду вот эти метрические книги, да? Да. Это очень важно, потому что как мы там прописаны? Вот как мы себя осознаем, как мы при рождении прописаны, так мы потом себя и осознаем. Если мы прописаны рабы Господа, нам оттуда не вылезти, если человек не поднимает вибрации. Если человек прописан соработник Ивана Грозного, отрок Божий, соработник государя, царя, то у него совсем другие привилегии, и другое отношение, и другие возможности. Вот. То есть первый учет идет, это учет отроков Божьих,
как соработников государя, царя, великого князя всей Руси, рождающихся живыми мужчинами и женщинами, свободными, а их потомки подлежат признанию свободно рожденными, и учет римских рабов. Это вот произошло в 612 году, когда русский трон был захвачен династией, так сказать, сына митрополита Филарета Романова. Так на троне появилась новая династия Романовых, по сути, даже не православных, а католиков и лютеранинов. Понимаете? Поэтому внедрение, вот эти вот ребята, которые внедрены и поставлены были Ватиканом по тайному сговору с боярами-западниками и синодом на русский трон, вот они начали первое вот это вторжение в реестры. Потом пошли вот эти вот махинации с трастами, пошли вот эти вот махинации с титулами, покупка, передача. Они когда поняли, что главное у русского это дух и наследие предков, они начали это ломать. Там не будем сейчас говорить про трасты Великое Можа, это 1799-1870. Это вы все можете прочитать в госактах. Это вот госакт за январь всего года, от 19 февраля. Опять же, канал правосудия.нет. Эти все трастовые соглашения, но важное. Все говорят, что царизм, вот нам там кровь выпивал, там. Но помимо этого, эти ребята все-таки оказались высокодуховными. И то, что они 300 лет назад забрали у русского народа, они ему вернули. Это не просто так. Они вернули русскому народу. Потому что вот первый, кто начал вот эти попозловения, это вот Александр I, Павел I. Как бы не говорили, что он этот. Это вот 1801 год. Это падение статусов, титулов английского парламента, суда Вестминстера. Это вот все переход в русское адмиралтейство. Это переход в агентство. Это создание вот этих вот структур Банка Англии. А у нас, поскольку вот эти вот трастовые договоренности между престолами, то конечными бенефициарами этих мероприятий являемся мы, русский народ. Вот, поэтому это очень важно. Вот эти вот реестры, все. Так, смотри, еще по поводу церковных вот этих метрических книг. Я давно слышал о таком понятии, как книга мертвых и книга живых. Вот я почитал немножко про метрики сейчас, про метрические книги. Там была отдельно книга о регистрации фактов рождения, и отдельная книга о регистрации фактов смерти, и отдельная книга о смене всяких гражданских состояний. Получается, вот это и есть книга живых и книга мертвых? Ну, это в простонародье. А по факту это называется реестр отроков божьих, в которых они прописаны, вот я сейчас выше сказал, что в которых они прописаны как свободно рожденные, живые мужчины и женщины, и реестры рабов Господа. Заходим в церковь, кто? Раб Господа. Вот, до сих пор учеты велись как рабы Господа. Это значит рабы Рима. Все, записан, до свидос. И для этого существует определенная процедура по выходу из этого мероприятия. Просто так вот выйти в лес или в поле, сказать, я живой, ура! Не получится. Все не то. Да, это существует, но звучит это именно так. Так что там, мы к 26-му году подберемся? Конечно, подберемся. Слушаю. Вот. Получается, опять вопрос встает. Проводим аналогии и параллели. Вот, есть верно подданные. Это те, которые приехали на эту территорию и приняли подданство. Это подданные. А верно подданные – это те, которые проживали на этой территории и давали определенные обеты и присяги. Это два учета. Первый учет – подданные, рабы Господа, пришли. Второй учет – это жившие, принявшие присяги, сохранившие клятвы предкам. Предкам, мы не говорим о царизме,
предкам. Поэтому верноподанные, их семьи, фамилии, рода вот в этих церковных учетах возведены в епископский сан. Это никакого отношения не имеет к католицизму. Епископский сан – это, как сказать, это аудитор. То есть это суверен, человек, живой мужчина или женщина с полными правами. Я впоследствии расскажу, с какими правами. Вот. Права, вот именно почему мне дает право общаться вот с товарищами иной цивилизации, называемой администрацией. Это тоже расскажу, покажу. Вот. Так они возведены в епископский сан и признаны привилегированной русской нацией в статусе суверенов и князей церкви. Это, опять же, никакого отношения к церкви, как пришел лбом там по полу стучать или этот кадилом махать. Князь церкви – это воинский титул. Это, ну, в основном мужчины. Потому что по тому же самому церковному закону вот я с многими нашими дамами, блогершами разговаривал. Я говорю, ребята, вы женщины, вы хранители, вы берегини. Ваша задача – содержать мужа, семью, кормить, вот именно кормить, не кормить, вот, положительной энергией своего мужчину, своих потомков, детей, внуков. А вы объявляете войну. То есть по божественному кону или закону вы совершаете преступление. Кричите на весь эфир, что я ему так сделаю, я его туда пошлю, да я туда пошла, да я это... Воины ваши где? Вы же не сказали, что я вот воинов там, моего мужа отправила. Муж сидит под диваном и трясется с мокрым чинариком в зубах, а жена идет шлагом вперед. Нет, ребята, вот у нас когда были события 1993 года, когда шел обстрел Верховного Совета, вот после этого обстрела были сложены на заднем дворе трупы наших советских людей. Вот когда их начали обстреливать вакуумными снарядами, то определенные товарищи с определенного региона, которые командовали этим мероприятием, которые сейчас выступают по телевизору и как эксперты учат нас жизни. Вот эти товарищи руководили этими событиями. Вот. Они сказали, что товар используется не по назначению. Они должны быть просто убиты. Они растворены в природе. Поэтому убитых складывали в штабель, чтобы вытекла вся русская кровь на землю. Потом трубы убрали, и на вот этой крови совершили ритуал оморочки на 25 лет. Вот почему я выше говорил о мистических знаках, мистических действиях. Вот эта оморочка была проплачена на 25 лет. Почему у нас резко возник 17-18 год? Почему у нас пошли женщины первые в атаку? Потому что духовность женскую с мужской поменяли местами. У нас теперь, извините за выражение, бабы идут в атаку. Мужики сидят, холодильники охраняют, диваны. Вот в чем смысл. Понимаете, насколько это глубоко? Вот. Так вот, что я хочу сказать. Опять же, возвращаемся в историю. Я вот такими вот обрывками там, ребята, когда запишут ролик, там будет все подробно. Там все будет в цвет, как говорит молодежь. Опять же, возвращаемся в историю. Это мы идем к 26-му году, 2026-му. Так. В 1836 году народ царя Иудейского получил в учетах и реестрах британского адмиралтейства права британской привилегированной нации, подлежащей регистрации с момента рождения и после 7 лет живыми, в отношении которых, внимание, не действуют британские законы. Так что, как бы что там ни говорили, что им все дозволено, им все положено. Так прописано в трастах. То есть,
Британские законы на них не распространяются. Ну, таким образом, период с 1803 года по 1903 год следует понимать как государственный отчетный период, предназначенный для перехода и вручения титулов и прав, установления прав и погашения обязательств, чтобы они не стали чьими-то либо правами требования к верноподданным. Понимаете? Верноподданным. Таким образом, верноподданные и их семьи, фамилии и рода возведены в епископский сан, повторяюсь, и признаны привилегированной русской нацией и в статусе суверенов и князей церкви. Но для российских граждан и физических лиц, а именно иностранцев, принятых в российское гражданство, вы слышите знакомый термин? С 1899 года остался статус российских обывателей как юридически мертвых. Кто себя называет гражданином Российской Федерации? Выйди на улицу. Это, повторюсь, в учетах с 1899 года остался как юридически мертвый, которому удостоверена гражданская смерть. Вот это как раз, Антон, о чем ты говорил. Какие-то учеты, какие-то метрики. И дальнейшее существование как добровольного и долгового римского раба, персоны и лица в Священной Римской империи германской нации, если человек не заявится живым. Но об этом мы еще поговорим. После чего его персона и лицо признается как фиктивное юридическое лицо, недееспособное, неправоспособное, состоящее под опекой и перешедшее под попечительство римского понтифика, римской курии и общества Иисуса. Кто у нас сидит на Москве? Римский консул. Это о чем говорила вот моя предшественница Наталья из поселка Рыбкино. Вот о чем она догадывалась. Вот как это на самом деле происходит. А дальше пошли. Это вот Русско-Дунайское товарищество, 1864 год, Ротшильд, существующее как финансовый агент имперского дома Романовых. Финансовый агент, ребята, не надо заблуждаться, говорить, что всем они рулят. Ничего подобного. Они рулят только финансами. И являлись финансовыми агентами императорского дома Романова и держателями судовой кассы ордена Иисуса в России. Поэтому очень важный сейчас вот эпизод, основной камень преткновения всех историков, всех охмуряющих сознание нашего молодого поколения в учебниках истории. Даже мы, которые изучали историю Великой Октябрьской социалистической революции и процесс отречения, ну, по мере своего юношества, по мере своего доступа к информации, даже и мы в этом заблуждались. К 1903 году, срок окончания церковного эдикта, 72 года, императором всероссийским Николаем II, как адмиралом британского флота, титулы, права, реестры и достоинства Министерства юстиции Российской империи как органа адмиралтейства для регистрации в морском регистре подтверждены, так, регистре крепостных обывателей, подданных и граждан Российской империи не были подтверждены, а были аннулированы и прекращены. А вот теперь важный момент. 26 февраля 1903 года манифестом императора и самодержца всероссийского о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка взамен на открытие суверенных учетов государя, царя и великого князя всея Руси для учета и подтверждения на земле русской полного и бесповоротного восстановление и возобновление прав и титулов государя, царя и великого князя всея Руси и отроков Божьих, как сынов неба. Понимаете? Это вот важнейший момент. Все говорят, вот ловлю наших вот таких вот продвинутых там
историков, там, правоведов. Вот. Я говорю, ребята, когда Николай II передал власть русскому народу? А 4 марта он отречение там написал на двух тетрадных листках. Там вот, я говорю, подождите. То есть вы хотите сказать, что силой оружия император на двух каких-то вшивых листиках, как какая-то, извините за выражение, собака, сидя на коленке, вернее, написав отречение на сапоге убитого солдата? Вы что, говорю, это император. У него не тот статус, у него не то положение. А вот это было сделано именно 26 февраля 1903 года. Понимаете? И это является римским актом манумиссии. Римским не от того, что ему с Рима позвонили, сказали, Коля, ну-ка давай. А по римскому праву. Римским актом манумиссии. То есть освобождение раба. И вот он создал новые отношения между освободившим хозяином и освобожденным рабом. Опа! Вот теперь смотрите вопрос. Для кого Николай II был хозяином? Так, открываем государственный акт, статья номер за январь месяц, статья номер 3. Так, читаем. Николай II. 1897 год проводил перепись населения, в которой было отражено, для кого он хозяин. Инородцы, иноверцы, иностранцы, подданные, те, кто платили военный налог. А для кого он отец? Для верноподданных, потомков, отроков божьих, соработников царя, великого князя всей Руси, отроков божьих, как сынов неба. Понимаете суть? Вот эту вот суть закрепите у себя в сознании. Для кого он хозяин, а для кого он отец? Понимаете? Теперь что получается? После подписания его, после его подписания, верноподданный Российской империи меняет свой статус на отрока Божьего, как свободного гражданина, а иностранцы, инородцы или иноверцы пребывают в статусе временно вольно отпущенных. И что должны сделать временно вольно отпущенные? Они должны покинуть территорию Российской империи. Как они это обязаны были сделать? 1100, 1113, 1700 Екатерина Первая. Понимаете, о чем я говорю? Вот что произошло. Но этого было мало. Он именно выделил их в отдельный документ. То есть в 905 году император всероссийский Николай II не подтвердил силу и достоинство Петербургского союзного договора с Великобританией. После чего привилегированная британская нация, называющая себя евреями от британской стороны, стала подтверждать силу и действие данного союзного договора с новацией, то есть с передачей российского живого церковного имущества, то есть российских евреев, рабов Господа, в эксплуатацию Петросовету и Государственной Думе Российской империи. Понимаете? Вот. Это не я. Это вот документы. Открывайте, читайте, изучайте. Рабы Господа, живое церковное имущество, российские евреи в эксплуатацию Петросовету и Государственной Думе Российской империи. Здорово, правда? Дальше. Великий князь Михаил передал власть верноподданному народу и советам. То есть с помощью вот этого, сейчас вот точно скажу, с помощью вот этого документа 26 февраля о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка, это вот товарищи юристы могут проверить, старые юристы, молодые вряд ли будут проверять, доступа нет. Вот. Он передал власть советам.
советом. Он не сказал. Вот это вот главное заблуждение. Не в 917-м под угрозой штыков на коленке убитого солдата, а в 903-м году. То есть то, что династия Романовых хапнула, обожрала, не обожрала, приумножила, не приумножила, оно вернуло кому? Верноподданным, верным присяге, прежде всего, перед своими предками, перед своими территориями, перед своими родами и перед монархом последним очень. Но не подданным пришлым иностранцам, инородцам, иноверцам. Прошу заметить. Дальше. Великий князь Михаил передал власть верноподданному народу и советам, предложив подданным иностранцам, инородцам, иноверцам, которые приняли подданство, подчиниться временному правительству до проведения учредительного собрания. Что получается? По манифесту императора и самодержца всероссийского о предначертании к усовершенствованию государственного порядка от 26 февраля 1903 года были образованы советы. По высочайшему манифесту от 1905 года были образованы временные органы власти иностранцев. Внимание! РСДРП, Государственная Дума, Временный комитет Государственной Думы, Петросовет. Таким образом, на территории Российской империи были образованы, это не захват, самозахват, это передача, это легимизация. Поэтому кто говорит, что это кровавый переворот, лжет. Кто говорит, что убили отца родного, поганцы, которым он передал, все, вернул. То есть, они что хотят сказать? Они хотят сказать, что верноподданные убили того отца своего, который им, да, оставил такое громадное наследство. Понимаете? И они, значит, не имеют никаких прав. Их надо тоже умертвить. Как вот римские рабы, рабы Господа, этих вот верноподданных тоже нужно сделать физлицами и умертвить, потому что они царя-батюшку там убили. Понимаете? Вот. Это лишний раз подтверждает, что Николай все-таки жил со своей семьей до 58 года. Понимаете? Не было никакого ипатьевского дома. И Сталин действительно выкрал семью и поменял на Филатова. РПЦ не признала останков каких-то там наборов костей. Понимаете? Вот насколько глубокий вопрос. Реестры и статусы. Что такое суверен? Так, идем дальше. Таким образом, на территории Российской империи были образованы и действовали одновременно с 17 по, прошу обратить внимание, 1933 год, с 17 по 33 год, органы управления верноподданных и органы управления иностранцев, иноверцев. Здесь мы уже снова проводим параллель, и у нас, помимо прав и титульных наций, возникает еще два различных политических течения. Это большевики, наследники и продолжатели прав и титулов государя, царя и великого князя всей Руси Ивана Грозного, в юрисдикции русского права, и меньшевики, как иностранцы, инородцы или иноверцы, пребывают в статусе временного вольноотпущенники, которые должны покинуть территорию, находящиеся в юрисдикции римского права, если не заявятся живыми и не подтвердят клятвы и обеты своих предков. Понимаете? Вот. Дальше. Ну, всех волнует вопрос, куда Николай передавал золото, там в каких объемах. Читают. Период с 1904 по 1912 год из Испании под титулы короны Арагорна было вывезено в США как резервный Иерусалимский храм не менее 48 600 тонн российского банковского золота. Заметьте, из Испании, российского. Для цели создания единого мирового финансового центра со своей валютой. Для создания золотого пула Лиги наций. Для оплаты в основной капитал мировой финансовой системы с российской квотой в золотом пуле в размере не менее 52
миллиардов долларов золотом. Кто-то говорит 400 тонн, понимаете? Не 400 тонн, а 48 600 тонн. Представляете? Также в период 1904-1915 королевский фонд королевской семьи J7, фонд, то у нас встречается? Где встречается? J7 предоставил суверенный кредит римскому понтифику и обществу Иисуса под 4% в год на срок 100 лет до 2015 года без права на его пролонгацию. Римский понтифик, общество Иисуса и аффилированные с ним лица могли бы на 50% рассчитаться для того, чтобы рассчитаться по-русско-советским требованиям и своим обязательствам по ним. Мы их кормим. Мы им даем, ребята, нате вам 100 тонн. Одной тонны хватает, чтобы вы с нами рассчитались. Одной тонны! Нет, вы все прожираете. У вас опять ничего нет. И каждые 100 лет вы устраиваете здесь, вместо аудита, вы устраиваете войну. А что такое война? Форс-мажор. Платить не можем русскому царству. Давайте мы этот... Вот читаю книгу «Иван Грозный». Впоследствии узнал, что у товарища Сталина, Иосифа Виссарионовича, это была настольная и любимая книга. Я прочитал издание 1940 года Костылева. Вот там четко и ясно описывается. Совсем другой Иван Грозный. Никакой морщинистый какой-то крючковатый носый старик там, который сидит там волком смотрит с портрета или там сына там раздолбал каким-то посохом. Нет! Там совсем другой Иван Грозный. Там высокий, статный муж, отец. Отец народа, высокого роста, светловолосый, голубоглазый парень. И вот он отправляет немецким рыцарям в Ревель гонца и говорит: ребята, вам на 50 лет дали эти территории. Для чего? Чтобы вы на моих территориях содержали народ, чтобы вы строили церкви, и народ православный развивали, кормили, поили. Ребята, 50 лет прошло. Или возвращайте территорию, или платите. Что сказали купцы Ревеля? Да пошёл ты! Ну и Ивану Васильевичу пришлось пойти. Отправил своего воеводу воевать Ревель. С цветами встречали. Как нам описывается, как они обстреливали двери, ну просто по-ебански. Обстреливали мирных жителей со стен крепости русскими стрелами, чтобы те подумали, что стреляют русские. Понимаете? А все почему? Потому что настало время платить по счетам. Поэтому мы и говорим, что русские права и титулы должны иметь и стали иметь верховенство и преимущество над британской привилегированной нацией. То есть и и были полностью и без остатка для британской привилегированной нации оприходованы и перешли в русский правовой титул. В сентябре 1918 года американский гражданин Лев Троцкий под эгидой РСДРП объявил, что передал правительству США и странам Антанты русско-российские права требования на доходы и аннуитеты траста Германский рейх 1870-1943. Подлежащий Германии выплатить и вручение отрокам Божьим императору Всероссийскому и его верноподанным к 19 году. Подлежащий выплат и вручение. Также Троцкий попытался легализовать иностранную интервенцию стран Антанты и выступить в переговорах с Германией и Антантой стороной, осуществляющей попытку упразднения и ликвидации российской монархии, русской государственности, советской власти и захвата 100% русско-российских прав требования на существующие с 1472 года договоренности. Представляете, что происходит? Поэтому
Опять же, прошу внимания, прослеживаются два реестра. Подданные, верноподданные. Хозяин, отец. Николай II. Вот сейчас мы перейдем к товарищу Сталину. Уже пойдем дальше. Вот. Слуги Королевской палаты стали просроченными должниками Союза СССР за то, что не осуществили за отчетный период 49 лет к 18 году, опять же, видите, 49 лет к 18 году, надлежащую инвентаризацию, сверку, аудит и санацию образовавшихся аннуитетов траста «Великое Можа». Поэтому что у нас получается? В результате чего образовался глобальный долговой обязательный титул. Слышите? Титул обязательный. 18-й год. Русско-советских требований. В 21-м году был учрежден Банк международных расчетов в Базеле. Вот то есть начинается уже вот выюливание. Понимаете? Уже начинают юлить. Уже давайте создаем банк. 22-й год, верноподданные, как отроки Божии, как наследники императора Всероссийского, были признаны самой привилегированной нацией в мире. Все. 22-й год. Привилегированная русская нация по священному закону и церковному праву для подтверждения своих титулов и прав свободных как объединились в религиозный фонд, а теперь внимание, в союз суверенных славянских родов. Как подтверждение свободного происхождения и заявили об образовании своего церковного государства Союза СССР. Вот все спрашивают, в чем разница между СССР и Союзом СССР? Еще раз повторюсь. Образование своего церковного государства Союза СССР по священному закону и церковному праву для подтверждения своих титулов и прав свободных, свободнорожденных и все такое прочее. Так вот, ребята, теперь у нас существует в руках сногсшибательная лакмусовая бумажка. Вот те, кто гадят на Советский Союз, те, кто плюют на нашу историю, в советской эпохе. Теперь представляете, на что они покушаются? Они покушаются на священный закон, на церковное право нас, на подтверждение своего свободного нашего происхождения. Понимаете? Понимаете систему противостояния? Привилегированная русская нация – приняла титул и права начальника над инородцами по уставу Российской империи об управлении инородцами, подтвердив его достоинство, возобновив силу и подтвердив его действия в 1922 году как полномочные и титульные права самой привилегированной нации. Товарищи союзной республики бывшего, как вы говорите, Советского Союза. Ау! Мы приняли титул и права начальника над инородцами по уставу Российской империи. Господа управленцы дружественных территорий союзных республик, вы меня услышали? Скажите правду народу. Если народ узнает правду, вы окажетесь на скамье в военном трибунале. Подумайте. Советская Республика и Союзом СССР по двойному учету, ведущимся британским адмиралтейством и Союзом СССР, как временным религиозным фондом по Конвенции Лиги Наций о запрещении рабства в 1926 году. Вот, Антон, чувствуешь? 1926. 100 лет назад. Были открыты учеты для государственной и церковной регистрации верноподданных
вольными, свободными, свободнорожденными, как отроками Божьими и сынами неба. В свою очередь, британская привилегированная нация в Союзе СССР утратила свои титулы, права и потерпела банкротство перед советами, государем, царем и великим князем всей Руси и верноподданными гражданами СССР по возникшим и просрочившим ее эмиссионных обязательств с 15 мая 1918 года, достигшие к 1924 году объема, господа товарищи, которые собираются к нам приехать. Внимание! 809-600. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть троек нулей. Извините, не русские, цифр не понимаю. 809-600. И еще шесть троек нулей. 18 нулей, ребята, с вас. Советская сторона предоставила 7 лет до 1936 года, чтобы привилегированная британская нация и общество друзей Иисуса обеспечили полное удовлетворение советских требований, после чего все права и титулы привилегированной британской нации и общества друзей Иисуса аннулируются. И Союзом СССР не считаются действующими, не охраняются и не признаются в СССР. Ребята, вопрос. Вы себя в 1800 каком году сказали, что на вас британское законодательство не распространяется? Сказали? Сказали. А вот, извините, с 36 года Союзом СССР ваши требования, полномочия, желания, проблемы, имущество, недвижимость не считаются действующими, не охраняются и не признаются в СССР. За британской привилегированной нацией не признаются права человека и гражданина и не предоставляется советское гражданство. Поэтому британская привилегированная нация, то есть в Союзе СССР, будут признаваться физическими лицами, не имеющими римских и британских прав, титулов, полномочий, правомочий, не имеющих прав суверенов, опекунов, патронов, попечителей над подданными и верноподданными Российской империи, советскими актами и законами. Все их преимущественные права и права наследования в Советской Республике отменяются. После чего британское эмбарго на осуществление операций с российским золотом стало действовать в пользу Союза СССР и британской короны, чтобы определить американские долги перед советами в переходный период 5 лет до 1934 года. Ну, вы знаете, что 21 год – это отмена сословий. Вот. Зачитаю историческую справку. Сословия были отменены также временным правительством, включая Земским собором во Владивостоке, 1921 год, в чем согласилась также советская сторона, по итогам чего верноподданные граждане СССР, внимание, помните, я вам говорил, сейчас я вам расскажу, откуда у меня такие права и титулы, в таком тоне разговаривать с любой администрацией на местах, так же, как у вас, если вы себя осознаете. Урожденные до 1926 года, как подданные Российской империи, в отношении которых могут на 49 лет до 1975 года применяться и действовать законы Российской империи. Урожденные в период с 26 и до конца 43 года должны признаваться до 1975 года как временно вольно отпущенные, как арендаторы и наемные работники. Урожденные с 1943 года, а теперь внимание, ребята, это наше поколение. Это поколение наших отцов, это поколение наших детей и последующие наши поколения. Читаю медленно для восприятия информации. Урожденные
с 1943 года как свободнорожденные и их потомки становятся непопадающими и не подлежащими состоять в юрисдикции и в ведении имущественного траста царя Иудейского 1953-1978. По праву возведения в епископский сан как князя церкви с 1903 года и вправе заявлять царю Иудейскому самостоятельные требования. Потомки инородцев, иноверцев и иностранцев в СССР до 1978 года будут сохранять статут своих предков и учитываться как трастовое живое имущество под действовавшим до 1917 года законом. Понимаете цену самоидентификации? Понимаете цену ответственности перед предками за своих потомков? Понимаете цену своей лени, тупости, алчности, высокомерия, гордыни, преследования каких-то мелочных целей? Муравейник с этими какими-то структурами советских властей, каких-то депутатов, каких-то президентов, беготни каких-то общинников. Ребята, вы о чем? Вот о чем идет разговор прямым текстом. Говорю вам я, простой советский человек, сержант вооруженных сил СССР. Вопросы могу позадавать? Так точно. Но мы еще, Антон, не дошли до 26 года. Я к этому и веду. Да-да. Слушай, личный вопрос можно? Не для всех, вырежу. Меня? За что? Не, наши слова вырежу. Это для себя хочу выяснить. Вот ты когда в начале видео включил, ты руку к голове приложил. Это что такое было? Вот смотри. Ты, наверное, знаешь, что такое чакры, там вот эта вся. Естественно. Система. Вот у нас как раньше говорили, товарищи ебиты. Пустой голове руку не прикладывай. А вот мы с тобой говорили, начинать нужно с азов. Так? Вот, а азы через какую чакру заходят? Вот через этот родничок они и заходят. Угу. То есть вот этот круг... Родник что такое? Это не шнур, это круг. Это из круга проистекает. И вот в этот круг азы заходят. А круг что у нас? Это копа, это совет, это договор. Вот я отдаю честь этому договору между моей душой и азами. Понял? Ты имеешь в виду тот самый невидимый венец, который над каждым? Да, 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 да. Ну, получается, слово «совесть» произошло именно от этого венца. С венца «весть». Весть. Круто. Антон, все в нашем языке. Все. Тогда прошу разрешения разместить эту информацию для всех. То есть не вырезать ничего. Почему бы и нет? У нас есть достойные учителя, которые... Нет. Подожди, так дело не пойдет. Да или нет, четкая воля. Я не против. Добро. Так, по поводу идентификации самоопределения, ясно. Так, а ты говорил про процедуру оживления. Как... То есть ты вот эти статуты, статусы все рассказал, разъяснил. Вопрос, ты какие-то документы зачитывал, я так понял. Ты мне их пришлешь? Они в публичном доступе. Я же говорю, официальный канал размещения информации со всеми доступами, со всеми алгоритмами, как это находится, в каких реестрах, в каких учетах, в каких архивах,
Как туда попасть, как в цифровом виде попасть, как в аналоговом, как в пешем порядке попасть. Все расписано. Ну, это долго искать. Это, я так понял, два источника. Это канал просвещения и правосудие.нет, да? Так точно. А ты можешь, ну, вот эти бумаги, я не знаю, собрать для меня, чтобы я их это выложил для всех? Какие можно выложить? Ну, это я могу сделать. Во-первых, нужно согласовать это с товарищем, потому что основа вот этой всей информации, это, во-первых, первоисточник, это государственная программа по информированию от советских военных властей, по приказу советских военных властей. Вот. Если читать преамбулу каждого госакта, там написано, что большевистская платформа, как один лишь передовой отряд, не движущий, или как-то там они говорят, вот коммунисты опять же сами там. Нет, ребята, это всего лишь передовой отряд. Если вы присоединяетесь, вы будете в передовиках, будете первые получать эту информацию от советских военных властей. Но они действуют под полномочиями. Вот. Также касается и вот этой информации. Потому что это ролик, это работа, ребята. Это канал просвещения. Они вот просто любезно предоставили мне, потому что объем информации колоссальный. У меня сейчас вот на столе лежат просто пачки. Я с ними согласую, если они выпустят ролик, вот это вот обучение, они его дадут в цвете, документально там будут приложены документы, и документально будут опубликованы у вас на канале. Так что, пожалуйста, ребят. Добро. Все. Просто смотри, за последний месяц, даже два, наверное, народ очень часто спрашивал мое мнение по поводу канала просвещения. У меня, к сожалению, времени нет его смотреть. Так, пару видео посмотрел, но что-то подача как-то мне не очень понравилась, потому что, ну, как это, как тебе сказать, как для, не то что первоклашек, как для детского сада все разъясняют. Прям подробно все, дословно, нажмите туда, у вас откроется это. То есть, ну, это, подача такая, видно, что мне нужно выжимку, а там все подробно это рассказывается. Ну, я могу сказать, Антон, следующее. Мы почему пришли к такому выводу? У нас в основном аудитория слушает старшего поколения, которое не знает, что такое компьютер там или смартфон. У них простые звонки. Поэтому мы даем информацию именно вот исходя из вот такого психотипа людей. Вот. Я не отрицаю, что мы все находимся на разных вибрациях, и вы это сами прекрасно знаете. Вот. Поэтому кто находится на более высоких вибрациях, вот, он, конечно, воспринимает эту информацию как, ну, для дилетантов дает. Поэтому нужно, как говорил Козьма Прутков, зрить в корень. То есть нужно смотреть на те документы, которые прикреплены под роликами, и читать первоисточник. Потому что государственный акт является основным правоустанавливающим документом для любого, кто себя считает суверенным человеком, отроком Божьим, гражданином СССР. И этот документ прошел регистрацию как в советских учетах, так и в учетах Российской Федерации. Этот документ читается в Госсовете Российской Федерации. Этот документ читается в 73 странах мира. Это не простой документ, это серьезный документ. Поэтому, если касается первоисточника, то первоисточник находится там. Ясно. А ты говорил про какую-то процедуру оживления. Она уже есть? Вы готовы выдать ее? Или пока предварительные наметки есть? Нет, эта процедура готова. Я же говорю, что все, что мы сделали, мы пропустили через себя. Мы это все прошли, мы все эти титулы приобрели в нужное время. Вот. Я сейчас расскажу про порядок, который приобретается в определенные действия. Вот. И расскажу, в каком, как говорится, процентном отношении приобретаются эти титулы. Вот. Ну и, соответственно, в конце я затрону, как приобретаются. Есть два пути. Первый путь – это
путь человека, вернее, путь гражданина и физлица, это дано в публичном доступе. Путь суверена, он не дан нигде. Потому что это обоюдоострое оружие. Если мы его сейчас запустим до 26-го года, это чревато. Мы можем испортить всю игру. Вот в чем смысл. Есть, конечно, люди осознанные, которые направленно действуют, вот и включая в вашем чате, есть такие люди, да. Но нам, единицам, на всю вот эту территорию очень тяжело. Очень тяжело. Пройти вот эту стену непонимания, пройти... Мы фактически, когда проходим все вот эти круги ада, мы вот этих вот участников этих процессов адовых, мы их обучаем. А иногда за нашу деятельность мы получаем по башке. Вот. Физические страдания, психические, моральные. Поэтому это очень серьезный вариант. Очень серьезный выбор. И требует особой подготовки. Это непростое мероприятие. Поэтому так вот зашел, вышел. Не, так не бывает. Ты должен быть подкован. Ты должен внутри быть стальной стержень. Ты должен, несмотря ни на что, иногда ставить на карту всю свою семью. Будущее своих детей. Все ставишь на карту. Но когда ты видишь, что темные отступают, это ну просто в душе происходит, я не могу описать, что. Ну, я тебя прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Просто кому к горлу подходит, потому что я это все со своей семьей это прошел. Мне пришлось в одиночку это пройти. Ну, это вообще верх мужества. Потому что воин, как вот говорит перефразированная русская пословица, один поле не воин. Ничего подобного, ребята. Вы нам ее обрезали. На самом деле она звучит по-другому. И один на поле воин. Если он по-русски скроен. Ну что, продолжим, Антон? Или 5 минут перекур кофе? Давай заканчивай, потому что у меня полчаса, буквально 20 минут осталось. Потом у меня следующая встреча. Там из Италии пригласили пообщаться. Буду их расспрашивать, что они там, как оживляются. Если я сейчас вот это мероприятие скомкаю, то не будет общего понимания, потому что мы сейчас подошли к консистенции нашего разговора. Поэтому тогда давай лучше оставим на завтра, послезавтра, не знаю, на среду. Да, может быть, сохраняя интригу, мы лучше оставим это мероприятие на более следующий период. Вот. И как раз мы посмотрим, что за это время. Я, конечно, буду тебе благодарен, если ты меня пригласишь на обсуждение комментариев. Вот. Потому что комментарии сейчас начнутся аховые. Я рассматриваю уже ситуацию, я примерно знаю процентные отношения. Вот. И я отвечу на все вопросы в комментариях. Вопросы предлагаю обсудить после, то есть первый этап, значит, сейчас завершаем беседу, за этот следующий разговор, это тема оживления, процедура оживления, а потом по результатам, то есть еще там, я не знаю, через неделю вернемся к комментариям вот этого видео, ну, то есть надо собрать, дать возможность людям высказаться, посмотреть, то есть там, ну, за 2-3 дня мало комментариев наберется, а вот неделю, в принципе, нормально. Я согласен. Мы даже по одной тематике, вот когда я вел канал «Сталинград», вот, мы по одной тематике устроили марафон в течение 10 дней, отвечали на вопросы. У нас в первые дни было более 900 вопросов. Мы собрали своего рода колл-центр, и люди систематизировали, каталогизировали эти вопросы. Вот, и потом мы отвечали на них. И в последний день, то
То есть в девятый день, даже не десятый, а девятый день, у нас было всего лишь 9 вопросов. То есть мы ответили на все. Добро, тогда что, разговор завершаем? Ну, давай тогда на этой позитивной ноте мы дадим вскипевшим и кипящим мозгам наших радиослушателей успокоиться, воспринять информацию, осмыслить ее. Многократно переслушать. Многократно переслушать, как учил товарищ Сталин, с карандашом в руках записать эту информацию для осмысления. Вот. Ну и впоследствии, вот, извини, пожалуйста, Антон, ты, как говорится, руководитель этого проекта, но я хочу предупредить наших слушателей, что, ребята, все хорошо. Задавая вопросы, будьте грамотны, тактичны и уравновешены. Потому что ту информацию, которую вы сегодня получили, это информация глубокого характера. И ее нужно воспринимать адекватно. Прошу внимания, адекватно. Поправка. Никакой ни руководителя, и никакого проекта у меня нет. Я самостоятельный. Каждый сам по себе, но все вместе. Антон, это восточная хитрость. Ну что ты мне, не дашь ее применить? Или неприятно мое почтение? Да не, при чем тут почтение? Ты же, это, ну как тебе сказать? Уж кто-кто, а ты должен соображать, что нас могут слушать и принять эту информацию к сведению. И потом вот такие, один навешал ярлык, второй, а потом в Википедии возникают всякие эти статьи, что типа вот движение живых возникло там благодаря какому-то там Антону Булгакову, он руководитель, он создатель, короче, ну чушь вообще полнейшая написана. Я ничего не создавал. Но, ребята, я написал всего лишь «Мастер и Маргарита». Ну, что вы переживаете? Тружусь во всеобщее благо, и все. И да. Ничего не создавал, никаких. Подожди. Никаких групп, ни обществ, ни сообществ, ни движений, ничего нету. Совершенно верно, конечно. Не преследую никакие цели, вообще чего-то создания. Сам для себя разбираюсь. Все. Да, конечно. Поэтому беру свои слова обратно. Ну, вот другое дело. Нахитрил ты. Ага, перехитрил сам себя. И реверансился. Нормально бывает. Просто я всем говорю, что меня вот отдел научил разговаривать и общаться. Они мне говорят, типа ты, они же мне это конкретно сразу начали ярлыки навешивать, сразу сходу. Ты руководитель сообщества, группа, этот руководитель. Ну, я понимал, к чему они клонят. Они в итоге выкатили 282, это организация экстремистского сообщества. Я им постоянно поправлял, нет никакой группы. Они говорят, ну как же, вон ВКонтакте. Я говорю, а где там? Я говорю, ВКонтакте, откройте, покажите. Они открывают, я говорю, так это же просто страница в интернете. Они говорят, ну написана же группа. Я говорю, так это же не я написал, это вопросы к ВКонтакту. Это они так написали, что это группа. Я-то не писал, что это группа. И все, вопрос отпал. Ну, это я хочу вот этим товарищам объяснить одну суть вещей. Вот. Включая товарища майора, который на аналоговой технике, не используя эпистолярный жанр, записывает все это мероприятие для доклада своему руководству, для поселения сразу в Кремль в качестве генерала. Вот. Я хочу объяснить, что, ребята, вы являетесь вольно отпущенными, самозанятыми, и все ваши мероприятия являются оказанием нам услуги. Поэтому, если вы чего-то не знаете, вы первое должны о чем подумать. Это о том, что вы несете персональную ответственность за ваше деяние. Все ваши инструкции, спущенные вам сверху, являются всего лишь рекомендацией и не имеют юридических на то оснований. Вся ответственность сводится к вашей личной, персональной. В моей истории случай, вот когда мы начали республику, соответствующие органы, то есть прокуратура, МВД, начали снабжать нашими документами,
Вот. Они решили нас тоже зацепить. Они пригласили двух советников при президенте республики. Одному 81, а второму 84. То есть один в юриспруденции минимум 50 лет, а другой максимум 60. Это волки юриспруденции. Перед ними положили наши документы и говорят: так, давайте по-быстрому. Так, нашли здесь, короче, экстремизм. Мы сейчас их как завернем, мы им сейчас как вот это вот все. Мы сразу станем из полковников генералами. Все, все, Москва, Кремль, все, лично Путину. Здравствуйте. Вот. Так вот, вот эти два старых советника при президенте, которые учились еще в советской юридической школе, в советской общеобразовательной школе, они после первых страниц сказали: ребята, у вас шансов нет. Вы должны собирать свои манатки и бежать отсюда. Он говорит: не понял. Они что, вас тоже переформатировали? Нет, говорит, молодые люди высокого ранга, вы не знаете ни своих прав, ни своих законов. А вот они пришли за своим. Отвезите нас, пожалуйста, туда, откуда вы нас забрали. Все. Они были шокированы вот таким подходом. То есть люди сведущие, они понимают толк в этих законах и в этих документах. И они расставляют приоритеты грамотно в пользу бенефициара, суверена этих территорий, а не в пользу управляющей компании, хозяйственного магазина под названием. Так что вот такая моя рекомендация. Я тебе скажу более, эти двое советников, они, конечно, могли пойти по беспределу и навешать, как говорится, ну, да, то, что да, нет у нас. Подожди, пожалуйста, Тимур, пожалуйста, не произноси ни звука, когда я говорю, иначе это получается забивание звука. Ни тебя, ни меня не будет слышно. Одно твое слово «да» забивает три моих произнесенных слова. Я тебе больше скажу, что эти два советника, они соображают намного больше. Они могли, конечно, пойти на беспредел и навешать все, что угодно на вас. Но ввиду того, что у них есть знания об обратной связи с Творцом, то есть что такое «о-весть», они прекрасно осознают, если они в этом случае пойдут по беспределу, не по кону, не по воле Творца, то они получат, в первую очередь, они и их весь род получит обратку, в первую очередь. И они, прекрасно это осознавая, не пошли на беспредел, потому что они видят, что это идет в строгом соответствии с волей Творца. Антон, вот эти слова напиши в заглавии по поводу обратки на рода. В заглавии. Добро, сформулируй как-нибудь. Так, ну давай заканчивать, а то мне еще монтировать 2 часа. Каждый час видео я монтирую 6 часов. Добро. Можем оказать всяческую информационную поддержку, там, аппаратуру, там, как что, могу связать с нашими товарищами, могут взять. Или право выбора за тобой. Ну, по поводу аппаратуры, не знаю, мне комп нужен, а хороший комп я сосчитал там. От 160 как минимум стоит, то есть там. А то, что именно я хочу, 210. Ну, я думаю, я не скоро накоплю на это все. Потому что комп вот вчера вел прямой эфир, комп вообще колоссально тормозил. Еле справлялся. Ай-яй-яй. Я не выпрашиваю, я просто озвучиваю, какие у меня цели. Я все равно это накоплю сам, самостоятельно, без всякой помощи. Вопрос в другом. Если хотите оказать помощь, пришлите, пожалуйста, бумаги, те, которые ты зачитывал, хотя бы что-то, хоть, я не знаю, хотя бы вырезку, хотя бы скриншот определенного абзаца, чтобы я мог поставлять видео как подтверждение. Добро. Но по поводу мыслеформы, Антон, будь аккуратнее, потому что мы отроки Божьи. Мы формируем эту мыслеформу. И когда ты говоришь: вот бы, мне бы, где бы, ты уже говоришь, что у меня есть мощная техника, все для работы у меня есть, я доволен, я, хвала богам, хвала родам. Вот тогда мыслеформа и космос, они будут работать во твое благо. А ты себе ставишь барьеры. Нельзя.
Ты в правильном как бы ключе сказал, но немного не туда, не адресно. Это не мне надо, это всем надо. Я не для себя прошу компьютер. Я прошу для всеобщего блага, для всеобщих трудов. Я тебе вообще не имею в виду. Угу. Вообще, я прекрасно знаю, что ты, благодаря своей пассионарности, благодаря своему высокодуховному уровню, ты это делаешь во благо общества и народа. Здесь даже речи быть не может о шкурных интересах. Добро, друг друга, как говорится, все отношения выяснили. Давай завершать эфир. Так, народ, оставляйте комментарии под видео. Будем делать отдельное видео с ответами на ваши вопросы. Следующий эфир будет чуть позже по поводу процедуры оживления. И у меня все. И можешь сказать это завершающее слово зрителям. Ну, хотелось бы поблагодарить Антона за предоставленное время. Время, выделенное нашими родами, нашими богами для нашего общения, для познания, для получения правильной информации, потому что, как учили наши предки, любое дело нужно начинать с благословения. Вот. Поэтому я это почувствовал, благословение получено от родов. Рода наши, мои рода и рода Антона договорились. Поэтому благодарен Антону, благодарен нашим радиослушателям, слушателям, нашим, вашим подписчикам. И до новых встреч. Всем добра и здоровья. Благодарствую. Жду какие-то бумаги, там скриншоты, желательно побыстрее. Благодарствую тебя за просвещение. Очень много пазлов сложилось. Во благо. Во благо. Давай. Так, всего хорошего. Всего доброго. Счастливо. До свидания.